Детей по незаконной задерживании в тюрьме. Почему по незаконной? Кто? Потому что мы, как начинаем, мы с Тайноглу Сергею Георгиевичу дали деньги. И обещал он нам работу и поделиться со своей работой вот на винзаводе. И он нас обманул. И когда мы просим каждый раз деньги, начали просить, возили ему сахара, виноград покупали, бочки 15 тонн большие ему, и он никакого документа, без документов мы ему. Мы покупали, а без документов он у нас принимал. Ставил в счет, и Вася, поделимся, тебе винзавод и мне. Скоро мы купим, и тебе будет, я куплю большой завод, а это передам тебе. И вот это годами длится, и у нас собралось там много денег. Он не хочет давать наши деньги и пугает нас. Последний раз он в 2000 году, сейчас, 2 года назад, в августе было 2 года, закрыл. Потому что месяц назад, это в июне, в июле, хотели этот, мой сын попросил у него деньги, так как он обещал, а Рома ему даст деньги, 50 миллионов, и он рассчитается с нами. И так как он получил это от Ромы, ну, предприятие такое, и завод, или что это. Скажите, пожалуйста, Сергей Стояноглу, это брат Дмитрия Стояногла, бывшего прокурора генерального? Да. Стояноглу Сергей, двоюродный брат. Мать и отец их не этот. И вы думаете, что с помощью генерального прокурора бывшего вам организовали, вашим сыновьям организовали уголовное дело? Да, вынудили такое дело. Он, Сергей Стояноглу, попросил мой сын, и он сказал, уберись отсюда, потому что пока не поздно. Если хочешь, мы тебе закроем. Денег ты не увидишь. Я так слышала от них. Я сама не участвовала в этом разговоре. И этот, через месяц его закрыли. У обоих закрыли. После 6 вечера обманули. Adică când erați dumneavoastră, adică ne-ați funcția de procuror general, nu erați suspendat, ați fi fabricat la comanda dumneavoastră dosarul. Vorba despre frații Alaru, care au nimerit. Iată acum vin și vă fac putut. Cum puteți comenta? În perioada mea, acuzații? Eu vă garantez, nu a fost fabricat niciun dosar penal. Puteți ridica dosarele în privința fraților Alaru și să vedeți când a fost dosarele astea o să pornească. Dosarele au fost pornite 10 ani în urmă, 12 ani în urmă. Alte probleme, că dosarele astea nu au fost avansate în instanță judecată, în Găgăuză. Dar asta niciodată nu am implicat în dosarele legate cu fraților. Da, spun că este vorba că a fost pornit dosarul din cauza că nu au întors o datorie de 2 milioane de dolari către un verișor de al dumneavoastră. Dacă Sergei Stăianoglu și are datorie, eu au dreptul a adresa instanța judecată și încasa banii. Întrebați, eu a adresat în judecată da, sau nu? Da, este. Bine, dacă a adresat, atunci trebuie să așteptăm decizia instanței. Dar nu cred că eu au careva documente. Am obratiosă Serioja Ion, chiar nu vreme să rășotăm din ea, chiar obratiosă... Serioja, cto? Serioja Stăianoglu, Sergei Stăianoglu, care должен нам эти деньги. Александр Дмитриевич мне сказал, не надо никуда жаловаться, как у него деньги будут, он с вами рассчитается. Ему деньги должны, я, Рома и еще другие предприятия. Александр Дмитриевич, это кто? Александр Дмитриевич Стояноглу. Это кто? Двоюродный брат? Двоюродный брат Сергея Стояноглу. И я с Сергеем Стояноглу ездил несколько разов в Арому, интересовался, действительно ли Арома им должна эти деньги. Он сказал, они сказали, они должны ему 50 миллионов лей, но с ними тоже не рассчитывается. И сейчас, 2 года назад, мой сын Виталий узнал, что Арома рассчиталась с Бурлаку Вин. И он решил пойти спросить Сергея Георгиевича. Это достаточно. Почему Арома с вами рассчиталась, а вы с нами не рассчитаемся? И он говорит, вы еще не списали эти деньги. Сейчас судебная палата отправила дело на пересмотр. Ага. Пересмотр. В апелляцию.